Да, Индия, Германия, основные. Тема моего исследования – исследование оптических свойств стекол Гайи, Индии, Германии, ушли от себя, регионах от изменения Ленинга. В данном случае это был прозрядник. Цель моей работы – произвести исследование образцов калитургенитных стекол. Задача снять спектр поглощения, собрать стенд и снять спектр люминесценции, собрать стенд и изучить кинетику люминесценции и обработать результаты. Здесь стоит отличить и пояснить, для чего все это требуется. В мире созданы различные лазеры. Для, допустим, для оптического диапазона рентгеновские лазеры. Есть лазеры, допустим, на основе углекислого газа на 10 микрометров. Но в области среднего диапазона лазеров как таковых нет. То есть, соответственно, цель этих исследований найти такую конфигурацию стекол и девочки методы, которых данный лазер либо проводящий среду можно создать. Для этого надо всецело изучить требуемые стекла. Сами стекла, как они выглядят вообще? Они выглядят масштаба, то есть вот этот образец у нас используется для изучения люминесценции, этот образец у нас используется для изучения аспектов поглощения. Соответственно, это первый образец из торца, второй образец из торца. Они не прозрачивают его оптическим диапазоном, и для нас они выглядят через стекло. Спектр поглощения. Здесь снимался спектр поглощения трех различных образцов стекла. Дали внимание ушла сильная сверхличность содержания бельгиевых ионов. То есть у нас здесь используется стекло с двумя различными концентрациями бельгиевых 500, 400 и 2000. А таблетка 1500 – это предполагаемая действительно концентрация бельгиевых ионов, потому что сталкивается с проблемой неполного растворения лидирующего элемента. То есть у нас получается некоторые сгустки, которые фактически не участвуют в люминесценции, просто являются синхроглощающими. Здесь у нас, соответственно, расшифрованные синхроглощающие переходы, которые поглощают, примеси, ну, здесь образцы с разными степенью частотами. Допустим, вот этот образец у нас имеет сильное поглощение на воде. Этот образец у нас имеет сильное поглощение на силе наш. Вот этот же образец, который имеет силе наш. Соответственно, чем больше концентрация у нас девочки будет, тем сильнее будет поглощение. Дальше для измерения спектра люминесценции был собран стенд. То есть у нас используется лазер, а в качестве лазера используется, это лазер на в качестве лазера используется тулевый лазер на длине волны 1975 нанометров. Облучается образец, проходящий свет фокусируется зеркалом, проходит через фильтр и дальше попадает в интерферометр и на детектор. Фильтр здесь нужен для того, чтобы отсечь излишнее излучение лазера. И вот, соответственно, результат, который мы получили. Это, допустим, один из образцов спектролюминесценции одного из образцов стекла. Вот этот пик, это у нас излучение лазера. Это у нас, соответственно, переходы при H6 и H4. Здесь у нас сложная система переходов 3H2, 3H6 на 3H5 и 3H5, 3H4. Это у нас идет поглощение меселенаша и целого провала. Для изучения кинетики люминесценции был собран следующий стенд. То есть идет лазер, чокер, собирающая линза, образец, зеркало, фильтр.
И, соответственно, результат итоговый, результат по изучению кинетики люминесценции у нас имеет следующий вид. То есть также здесь исследовался сигнал фотолюминесценции в области перехода 3H5-3H4, то есть 474 микрометра. Стекла галлий, германий, мышек, селенс, концентрация позаимна 500-1300-2000 ppm. Немного хотел бы сказать про схему измерения. То есть, как это вообще делается. Вернемся на схему. У нас здесь есть детектор. Чтобы мы могли с него снять эти процессы, мы должны его были подключить к осциллографу. То есть, идет такое схема измерения. Чоппер у нас моделирован с частотой, по-моему, 20 Гц. То есть у нас попадает сигнал, попадает излучение лазера на излучаемый образец. Это излучение попадает на детектор. Детектор у нас подключен к осциллографу, и осциллограф снимает интенсивный сигнал. То есть мы получаем изображение на осциллографе, потом у нас излучение перестает поступать, у нас идет спад. И на основе результатов на осциллографе мы можем уже получить конкретные результаты в виде такого графика по времени жизни. Ну и, в принципе, все. Это обзор интервал, по большей части. Если какие-то вопросы есть, мы обсудим. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Чоппер, это что имеется в виду, вы сдали практически модулятор какой-то? Да. Зачем с таким простым модулятором? Непонятно. Вопрос. Зафиксирование в качестве детектора Фауэлла, по-видимому. С которого сигнал подавался на осциллограф. Там инфракрасный детектор есть, который детектор. Охлаждается уже кинозоном, с него сигнал. Детектор на каком? В каком принципе такой? Твердотельный либо электронный детектор? Твердотельный индисурмовой. Ну то есть это по сути дела фотоюбка. Ну, значит, вы самый главный вопрос. Вы сказали, что для средней диапазонной ПАМ создан лазер. Что вы имеете в виду по словам средний диапазон ПАМ излучения? Это как? 2-6 микрометров. 1-6 микрометров. И как же? 2-6 микрометров. А, целый два. Да нет, целый два. Целый? Да. Это, если я не ошибаюсь, 6 микрометров. Но я же не включил 6 микрометров. Есть 9,2 и 10,6. Целых 2. А не все правильно. Целых 2 это 10,6, а целых это 5,3, вдвое меньше. У нас, допустим, здесь у нас используется, допустим, диапазон, который здесь, основные силы перехода, если мы активируем, на 3-4 микрометрах. И там, допустим, если считать на сложность создания лазера, то есть пытаться создать лазер на основе твердотельного. Просто они говорят, что это твердотельный, но компактный, чем конечно. Он в каком-то там их вина. И да, и живут поменьше. Да, они и применяются к технологии. И, соответственно, также создается вопрос, а как мы должны это излучение проводить? То есть, если мы куда-то хотим вести, нужна проводящая среда для этого. Квайс, допустим, ну до двух он еще может вытянуть микрометр, но дальше он начинает сильно поглощать. Для этого используется как магнитные стекла. То есть у вас на этом самом, на вот там, где спектр поглощения, на картинке, это сколько у вас? 5 образцов здесь? 3 образца. Только они разные частоты. Это все-таки получается микрометр. Ну то есть основные интересы представляют это переходы в данном диапазоне около 4,5 микрометра, потому что они самые долгие живущие.
данном случае спектр поглощения образца здесь он снимался не вы немножко как то, что это для измерения спектров люминесценции, спектр радиолюминесценции. А здесь использовался именно спектрометр, именно готовое оборудование. Спектрофотометр. Да, это был тензор 27 брюкеровский. А вы не пробовали, не смогли там, как бы не сопоставляли спектры поглощения люминесценции, там что-то похожее на правило ее. То есть смещение по... Зеркальный снимок. Спектр поглощения, спектр люминесценции. Я знаю то, что у нас есть токсовский сдвиг, то есть то, что у нас полоса поглощения, полоса люминесценции одного и того же перехода может отличаться. Ну, а вот то, что вы сказали, мне немножко... Это называется правило зеркальной симметрии спектра поглощения и люминесценции. Называется правило Левшина, то есть когда контур полосы, не забыл говорить, полосы поглощения и полосы люминесценции, во-первых, они зеркально симметричны, во-вторых, они перекрываются. То есть такого не касалось. Ну, частично этого касался. Ну, то есть... Нет, спасибо. Спасибо. Больше нету? Спасибо. Спасибо.